С огромным удовольствием я приветствую вас в этом зале. 非常高兴在这里欢迎你们，在这个厅里欢迎你们。 Балтийский государственный технический университет и Чинчунский университет Китайской Народной Республики имеют длительную историю совместных образовательных проектов. 波罗的海技术大学和长春综合大学有着悠久的合作历史。 Эти образовательные проекты позволяют и нашему университету, и Чинчунскому университету существенно развивать качество, улучшать качество подготовки и развивать наше сотрудничество. Мы очень ценим наше сотрудничество и глубоко убеждены, что это сотрудничество будет и дальше плодотворным. 我们高度评价我们的合作，我们也相信我们这种合作会进一步发展。 Образование – это та сфера, которая способствует установлению тесных международных отношений и развитию наций. 文化领域的合作能够促进国际关系，深化我们的国际合作发展。 Но развитие образования немыслимо без воспитательной и культурной составляющей. 这个文化合作也是这个文化领域整个一个不可分割的一部分。 Поэтому сегодняшнее мероприятие, проводимое в рамках недели культуры России и Китайской Народной Республики, позволит в дальнейшем развить наши отношения на новом принципиальном уровне. 因此我们今天的这个活动能够让我们双方的合作和关系能够上升到一个崭新的水平。 И китайская, и российская культура являются очень древними, сложными, интересными и требуют взаимопроникновения, взаимного изучения. 俄罗斯文化和中国文化都有着悠久的历史，都是非常悠久也非常复杂的一种这个文化。 Желаю удачи участникам конференции и надеюсь, что конференция будет плодотворной. Спасибо. 祝我们这个所有的这个参与大会的人取得成功，也祝我们大会成功。